Два парня, две девушки и комната маньяка. Кто первый сбежит от меня, получит 10 тысяч рублей и незабываемые эмоции. В этом видео участники сами должны догадаться, что им нужно сделать для выживания. А я буду играть роль добренького и наивного маньяка. И так получилось, что у нас участвует ровное количество парней и девушек. И давай так. Если ты болеешь за парней, то ставь лайк на это видео. А если за девушек, то пишешь в комментариях: я болею за девушек, потому что они классные. Посмотрим, чья сторона выиграет. Ну смотри, сосуночек. Нет. Что нет? Не убивайте. Первая жертва? Ничего не хочешь сказать? Я отсюда выберусь. А если ты отсюда выберешься, тогда я не смею тебе мешать. Выберется она? Да, конечно, не выберется. Сомневаешься в моих способностях? Да я сомневаюсь в том, что я все нормально подготовил. Всем привет, меня зовут Фара, и я пришел победить. Сейчас я буду освобождаться. Как же мне отсюда выбраться? Так, тут замок, ключа у меня нет. Если ключа у меня нет, то значит мне придется выбираться дальше самому. Сейчас попробуем сломать эти цепи, чтобы я смог выбраться, хотя бы пройти дальше. На самом деле, я думал, будет полегче. Ладно. Что происходит? Ты что, вставал, что ли? Нет, я лежал. Честно? Честно. Ну ладно, я просто такой мимо прохожу. Просто я выкатился из ванны, вы меня не убиваете. Ну точно вижу, да? Точно, я лежу и не двигаюсь. Ненавижу, когда врут, но он не врет. По моим глазам же видно, что я не вру. Да, конечно. Да. Ладно, окей. Показалось, наверное. Ладно, я пойду. До свидания. Всего доброго. Да, сейчас дверь закроется. Да. Подумать, у меня есть время, я могу подумать, пока этот маньячило не зашел сюда второй раз. Смогу ли я этой штучкой открыть замок? Черт возьми, а! Мне это напоминает сюжет из фильма «Пила». Сейчас мы будем пробовать разломать эти цепи. Я так просто не сдамся ему. Лопата. Неужели это тоже все не поможет? Просто звуки. Будто кто-то лопатой долбил по цепи. Это я бился головой. Зачем? Не знаю, я что-то уснул, мне что-то страшное приснилось. Я не знаю, но тут проходит. Но страшнее тебя нет ничего, я тебе скажу. Ой, ну спасибо. Ну слушай, ну блин. Странные соседи, наверное, долбятся там. Слушай, ну блин, ну, у каждого свои развлечения. Вот ты любишь там на рыбалку ходить, там с друзьями пивко пить. Я люблю людей заковывать в наручники. И сколько же людей уже ты убил? А вот, вот столько, сколько не поставили мне лайки на видео, понимаешь? Вот эта вот чертова кнопка за одну секунду нажимается, а никто не ставит. Ребят, пожалуйста, ставьте лайки. Ну ты не расстраивайся. Да черт побери! Я должен вырваться отсюда. Должен вырваться отсюда. Черт, а? Представляешь, что играем такой в хоккей, играем, а снега нету. Ой, глупо снега. Жестко. Слушай, получилось. Я что думаю, может этот... Ну как ты освободишься, этот, поиграем вместе? Да, я думаю, это можно. И с чем же мы будем играть? Но я... Надеюсь, не моими конечностями. Но я, да и твоя голова, это... О, телевизор можно включить. Предсмертные развлечения. Да, ты посмотри, может там что-то есть. Ладно, все, я пошел. Там я надеюсь, твое лицо там не появится. Сейчас я попробую все способы, чтобы выбраться отсюда. Да нет. Вот же я попал, а! Что же я начал? Я пытаюсь сейчас отпилить этот замок, чтобы выбраться. Как это сделать? Я в шоке, блин, эта дверь, она постоянно как-то хлопает очень. Ну что ты так пугаешь, что залетаешь? Это я кусал. Кусал? Да. Что, не
не получается. Нет, зубы болят. Давай. Раскусить попробуем. По всей видимости, мне нужно сейчас снять наручники. Нет. Что же там? Конфетки? Не думаю, что их можно есть. Алло, алло. А тебе нужна красная рука? Ты что, дурак, что ли? Я же ее выкинул. Сори, она уже выкинута, но... Ты не печалься! На том свете ее увидишь. Просто когда он говорил по телефону, я сразу же вспомнил эту красную руку. Нужно их пропаривать ядовитым газом. От него ласты склеивают долго и мучительно. Как можно спастись? Да никак. Хотя есть один вариант: закрыть рот, глаза и нос. Но кто об этом догадается? Надежный метод. Все, давай. Все, пойду. Чем мне закрыть лицо, глаза и рот? Ну точно не эта тряпка. Алло? Да? Черт возьми. Черт у тебя, маньячила! Задания у каждого разные, но одинаковые по сложности. Это сделано для того, чтобы было интереснее. А знаешь, кто поступает мне интересно? Тот, кто смотрит мои видео без подписки. Я тут стараюсь, сам делаю квесты, вымазываю себя чертовой красной краской, а ты не подписываешься. Подпишись, пожалуйста, нажми эту чертову красную кнопку, чтобы она была серой. Спасибо. Всем привет, меня зовут Максим, и я где-то нахожусь. Я пришел сюда, чтобы заработать на лекарства для своего младшего братика. Где этот ключ? Пришел как-то ко мне, ну, друг в гости. Ну, да. А ушло половину. Точно так же буду смеяться я. Ну, что так попозже. Я к тебе ненадолго. Ты долго у меня не задержишься. Давай. Господи. Ты где этот ключ? Что же делать? Что это такое? Проверяем. Ревизоры не рекомендуют этот подвал. Опа. Так, как там? Еще меньше. Да блин. Все, я понял как.
Ой, ты мне принес? Я что? Тебе? Ой, я такой думаю, да я тебе. Твою комнату законно. Кстати, а ты что не в ванне? Я уже помылся. Я тебе, короче, стул поставлю, ну, чтобы удобнее сидеть. Да, спасибо. Мяч? О, да. Ладно, потом докатись собирали. Давай мы. Для чего используются такие штуки? Реально, для шелковета. А шелковета я нигде не видел. Ничего полезного. Для чего? Что с ними можно сделать? Идеально подошла. Это, наверное, карта? Возможно. Если так. Кто умеет чинить двери? Напишите в комментариях, пожалуйста. Позову, почините. А зачем тебе дела? А что с тобой общаться, да? Максим, как дела? Хорошо. Вот, а зачем я спрашиваю? Я думаю, а что если к тебе в комнату не ходить, а вот по трубе общаться? Просто надоедает ходить вот к тебе. А так я бы через трубу не только слушал тебя, еще бы смотрел, подглядывал, что делаешь. А ты бы вот так вот показывал, типа, вот, Андрей, все нормально у меня, я тут вот так вот лежу, привет. Давай, короче, трубу оставляю тебе, ну так, мало ты видишь. Все, давай, удачи. Научниками пользоваться не умею. Алло. Слава Богу. Все. Да я тебе говорю, распепперонит как следует. Этот газ реальная штука. Если не закрыть нос, рот и глаза, то он проникнет вовнутрь и разъест все органы. Ага. Ладно, давай, у меня неактивированный газ стынет. Глаза просто. Вот так на лицо и этим закрепить. Это на голову что ли надевать? Газ активирован! А вы, друзья, оставайтесь. Алло? Алло? Там вот ключ лежит? Пошла партия девушек. На данный момент за кого болеешь ты? Кто? Меня зовут Лиза. Надеюсь, будет клёво. Ну чё, будем делать контент. Давай-ка посмотрим, что тут такое. Тут рука какая-то. Где ключи взять? О, ё-моё! Жить газ не войне. Господи, господи, что творится в этом помещении? Всё такое никчёмное, ничтожное. Тебе Лиза! Жми лайк, если у тебя такой же был. Все нормально? Да. Фу! А ты знал, что? Твои двери делаются из картона. Ну ладно, я пошел, не буду отвлекать. Как сказать, отвлекать. Фу, тут жуки. Фу. О боже, фу. Тут тоже ничего нету, да камон! Где может быть ключ? Думай. О, как тяжело. Еще в кадру, друзья. А, хотя, как тебя еще назвать? Подруга, наверное?
Вот думаю, можешь здесь гостиницу организовать, ну, либо хостел, как считаешь? Ну, вполне нормально отдыхает. Да, вообще нормально. Я такой думаю, вместо кровати поставить, ну, ванну. А зачем он внизу стоит? Почему? Ладно, вот, вот. Я пошел, не смей его отвлекать. Черт, опять отклеилось. Вот. Кто умеет делать ремонт в комнате, пишите в комментариях. Очень нужен такой человек. О, Господи. Серьезно? Один умник закрыл рот, глаза, нос и выжил? Ясно, ты его потом догнал. Догнал и наказал, все правильно. Понял, так и надо с этими жуликами делать. Давай, чао. Рот, глаза и уши, ну туда окунулся что ли, лицом? А что дальше-то делать? На какого хрена ты чем вообще это сделал? Вот не надо было это делать. Нормально. Ну я придумайся. Класс, у нас есть марля. Я ничего не вижу. Врага скучать и убегать. Я не знаю, еще ни разу не удавалось мне разделать жертву до конца. Надеюсь, в этот раз получится. Убегай, Роб! Алло? Где? По-любому дело в потолках. Наверное, потолки надо заменить, они какие-то страшные, мне кажется. Ну ладно, пойду другую найду жертву. Никогда не оставляй ключ от наручников в аквариуме. Мой тебе жизненный совет. А еще мой жизненный совет это ставить лайк на видео. Чем больше лайков, тем больше я вижу, что тебе эта рубрика нравится. И от этого я продолжаю снимать подобные. Кто тут у нас? О, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше ничего? Да ничего. Привет, я Вика, и мне нужны деньги, чтобы выжить. Мне кажется, мне надо отпилить, но я не умею абсолютно эту штуку обращаться. Он точно работает? Или он не работает? Или надо как-то его подключить? Вечер в хату, дамы и господа. Тут эта болгарочка моя валялась, я думаю, дай возьму ее и унесу. Она же никому не нужна, да? Ух, опасно, опасная штука. В принципе, если до середины допилить, можно разломать как раз таки ту штуку, которую я изначально пыталась разломать. Да. Ура.
осталось избавиться только от наручников, а значит, мне надо найти ключ. Элементов, которые находятся именно в самом замке от этого ящика. И у меня получилось. Да. У меня получилось это сделать. Подожди. Тебе стало плохо от газа, который я тебе посоветовал? От этого ядовитого газа? Серьезно? А ты закрывал нос, рот и глаза? Закрывал? Не закрывал, значит, да? Ну, поэтому плохо и стало. Давай, удачи там, выздоравливай. А газ там очень ядовитый. Газ скоро активируется! Я не понимала, какой газ, что мне нужно делать. Блин, я не знаю, что делать. Наверное, мне надо воспользоваться вот этим. Так, я думаю, то, что я смогу это пережить. Черт. Друзья, я смотрю, газ прорвало. Его время составило 1 час 16 минут 38 секунд. Второй участник, Максим, 1 час 16 минут 42 секунды. Третий участник, Лиза, 58 минут 19 секунд. И четвертый участник, 1 час 4 минуты. Нажимай быстрее. А еще, если ты нажмешь вот на этот кружочек, то поддержишь меня подпиской на канал. Каждый, кто смотрит мои видео без подписки, пронзает мне нож в спину. Пока. Нажимай!